Вот и первый результат. Внимание, наше спецпредложение дня дает первые результаты, и мы видим, как идеально пылесос Hyundai справляется со сложным загрязнением на ковролине. Вот такая чистая поверхность теперь будет в вашем доме. За счет чего так вот быстро убирается пылесос? За счет чего? За счет мощности. Мощность потребления у этого маленького, компактного, симпатичного помощника по дому 1800. Это мощность потребления. Она обеспечивает мощность всасывания 300 ватт. По сути, вы приобретаете клининговую систему на дому. Вы хотите убираться также быстро, в два раза быстрее, легче, а главное, качественнее. Тогда наше спецпредложение дня для вас. Hyundai в действии. Вы видите, какая идеальная уборка обеспечена этим маленьким, но очень мощным прибором. Сильно от бренда Hyundai. Да, Юля, очень впечатляет меня твоя уборка. Посмотрите, все просто идеально. Я также впечатлена и дизайном нашего пылесоса. Недаром это всемирно известный бренд Hyundai, который делает красивые автомобили, но не только. Еще и эффектную бытовую технику. Вы только полюбуйтесь на этот дизайн. Я, как женщина, просто поражена. Идеальный, стильный, компактный, удобный. Посмотрите, как ни поставь, он очень устойчив. И это, конечно, самое идеальное лаконичное решение с такой-то мощностью и по такой-то цене. 4699 рублей. Забирайте свою скидку. 1500. Закажите два пылесоса сегодня по спецпредложению. Получите скидку 3000 рублей. И бесплатная доставка сегодня на каждый пылесос. Звоните. Надеж, ну, конечно, у нас разные поверхности в доме, не только ковры. За счет мощности 300 ватт Hyundai справляется с любыми загрязнениями на любых поверхностях. Мы включаем и посмотрим, как он будет справляться с мелкодисперсной пылью на гладком ламинате. Ну, вы видите первые результаты, я хочу обратить внимание вот сюда. Ваше внимание, смотрите, грязь залетает не только под рабочую площадку, а еще по 20% с каждой стороны. То есть вам обеспечена уборка на 100%. Вы хотите убираться так же быстро и так же качественно, как я это сделала с Hyundai. Мне не страшно потом рукой провести там, где работал мой пылесос, потому что мой пол как будто вымыт, не только что почищен. Посмотрите, идеальная уборка. Мы продолжаем. И если вы хотите убираться так же быстро, так же качественно, вы вовремя включили телевизор, спецпредложение дня на экране от бренда Hyundai. Вот такой мощный, компактный помощник в деле наведения чистоты на любых поверхностях. Ну, Надюш, в нашем доме поверхности разные. Да. Это ламинат, это паркет, это линолеум, это кафельная плитка. И мы снова видим идеальный результат. Посмотрите, за счет мощности 300 ватт обеспечивается 140% уборки. Не 100, не 120, а целых 140, потому что не только грязь залетает под рабочую площадку, но еще за счет мощности рядышком собирается вся грязь. И это несомненное преимущество Hyundai. 1,5 литра грязи залетает в контейнер, этот пылесос безмешковый. И все то время, пока вы работаете, мощность не падает. Вот это я оценила, и это здорово. То есть, вам не надо прерывать уборку. То есть мы можем одним пылесосом пропылесосить всю квартиру, дом, не меняя наш резервуар для пыли. И вот не тратя на это лишнее время, теперь уборка в 2-3 раза быстрее. 4699 рублей, 1500 ваша скидка. Звоните сейчас, это спецпредложение и бесплатная доставка. Ну, вот так выглядит очищение абсолютно разных поверхностей у вас дома. Есть, конечно, самые потаенные уголки, где требуется уборка. Мы расскажем чуть позже, какие насадки использовать для того, чтобы убираться на 200%. Ну, а я лично от себя добавлю свою собственную оценку. Как женщины, как хозяйки, мне всегда, признаюсь честно, нравились лаконичные модели, стильные модели, как маленький красный суперкар. Вы только полюбуйтесь на наш пылесос от бренда Hyundai. Поэтому вам не надо ждать мужа с работы, не надо советоваться с ним, потому что это беспроигрышный выбор. Вы знаете, что этот бренд выпускает автомобили. Посмотрите, насколько компактный, насколько мобильным может быть пылесос. Это ваш персональный помощник для домашней уборки. Сделайте уборку в 2,
в 3 раза быстрее. 4699 рублей и бесплатная доставка. Надеюсь, не только в 2 раза быстрее, но и безопаснее и удобнее. Вот сюда 1,5 литра грязи попадает. Вот этот контейнер съемный, его можно мыть и использовать многоразово. Больше никаких мешков, никаких расходных материалов у пылесоса Hyundai нет. Мы с вами не тратимся на дорогостоящие мешки, не бегаем, не ищем их по магазинам. 1,5 литра грязи попадает сюда, контейнер легко очищается, он многоразового использования. Мы с вами посмотрели еще и на HEPA-фильтр. Вот это сердце нашего пылесоса Hyundai, которое задерживает 99,9% пыли. И пыль, даже самая мелкая дисперсная, не вылетает в ваш воздух. Сделайте воздух в вашем доме чище, позаботьтесь о близких. Это самое главное, чтобы пылинки не летали в воздухе. Тогда дышать вам будет легко и свежо вместе с пылесосом. Вспомните, как раньше со своим старым пылесосом. Вы пылесосите, а потом запах пыли стоит в квартире. Приходится проветривать, открывать окна. Зачем? Вы обратно дышите этой же пылью. То есть старые модели просто выплевывали пыль, которую мы не видим, но ощущаем обратно воздух. Здесь, благодаря новому, новейшей разработке, новому фильтру, вы получаете чистый воздух на 99,9%. Поэтому, если у вас аллергия, если вы действительно очень так же, как и я, чувствуете пыль, всевозможные взвеси небольшие в воздухе, и вы склонны к аллергическим реакциям, эта модель для вас, если у вас маленькие дети. Также звоните, сегодня специальное предложение по бесплатной доставке 4699 рублей пылесос Hyundai. Давайте сейчас проверим мощность нашего малыша, поскольку выглядит он очень лаконичным. Что будем делать, Юля? А мы будем затягивать в пылесос, ну точнее не в сам пылесос, а вот в эту трубу. Причем, смотрите, она под наклоном. Самую тяжелую пыль на свете, это бильярдные шары. Причем самые настоящие, смотрите. Как справится наш пылесос? Проверяем вместе мощность? Проверяем, конечно. Нажимаем, да. Если справиться с шарами, то, конечно, грязь заберет из любых самых труднодоступных участков. Наденька будет считать шары. И это эксперимент на мощность. Считай, Надя. 6, 8, 10, 12, 14. Сколько? 16 шаров я насчитала. 16 шаров. Это профессиональная мощность. 4,5 килограмма тяжести под наклоном держит Hyundai. А значит, любую грязь из-за труднодоступных ковров даже с высоким ворсом уберет, вытянет, и в вашем доме будет чисто на любых поверхностях, да, быстрее в 2 раза. Вот такие тяжелые пылинки в виде бильярдных шаров осилил наш пылесос Hyundai. Цена специального предложения, не пропустите, 4699 рублей. Но мы тестируем наш пылесос на разных поверхностях. Абсолютно на разных поверхностях, идеально за счет мощности профессиональной 300 ватт всасывания пылесос Hyundai справляется. Как это здорово, что вы можете одним прибором идеально очистить любые поверхности. Что мне понравилось? Мне нравится то, что я могу парковать его и вертикально, и горизонтально, это компактное хранение, и включать, не наклоняясь. Сделайте ваш дом чистым в 2 раза быстрее вместе с Hyundai, с нашим спецпредложением дня.